То, что мы предлагаем вам связать в курсе, это реальные рукавички. Это действительно серьезные вещи, которые требуют и подхода, и расчета, и особого оформления. Потому что здесь уже из квадратов не свяжешь и просто так вот не отделаешься квадратиком. То есть две рукавицы, мы их назвали карусельки, потому что они связаны по одному принципу. Если увидите, вот частично полукругом, частично по прямой. То есть здесь выведены полосы, здесь у нас коса обходит. Это один вариант рукавичек, который у нас в курсе. Второй вариант — рукавички даже гжель. Мы их назвали гжель, потому что они сине-белые, но на самом деле можно их вязать в абсолютно любом цвете. Вы же понимаете, что это только название. Здесь интересны косы. То есть вот это моя рукавичка, как правильно писали в интернете, вот это Светланина рукавичка. Так, вот на эту руку. То есть это ее придумка. Вторая моя поспокойнее. То есть, опять же, это один, считайте, что один проект. Вот они очень похожи, только здесь вертикальная коса цветная, здесь она однотонная. Рукавичка с кривыми полосками. Здесь полосы идут по спирали. То есть здесь, если вы обратите внимание, полосы не прекращаются. И если вы будете вертеть эту рукавицу, она вот как мясорубка. У нее ни одна полоса не втыкается, не пойми куда. Ну, разве что вниз. И плюс к этому огромные косы, которые вот так вот пересекают эту всю рукавицу. Тоже вот эту рукавичку, все вот эти рукавички, вот как мышку на глазок не свяжешь. Здесь требуется подумать. Поэтому предлагается именно видеоурока с подробными разъяснениями, как же это связано. Квадратная рукавичка с бахромой. Так, где она тут? И здесь просто квадраты и палец, вот вы видите, палец целиковый вывязывается и вставляется, втыкается, выходит из одного квадрата, втыкается в другой. Бахрома и апельсинка. Апельсинка совсем непростая рукавичка, то есть если развернуть, то получается вот здесь вот цветок такой очень красивый, как дольки апельсина, которые заполнены травкой. Вот такой у нас курс рукавиц. Все уникальны, ни одной традиционной, стандартной, по общепринятой схеме мы таким не увлекаемся. Мы все-таки любим вот такое и вот что-то такое креативное, навороченное, чего ни у кого нет, и кто до нас такого не делает. То есть нам нравится придумывать и нравится объяснять, как это делается, чтобы такое же могли повторить и вы.